Well, then what? Но well, что же тогда? Then, но, может быть, возможно, привести иной ответ, скажем, что да, приведенное толкование этого текста Библии верно, но это лишь часть истории. И дальше надо добавить вот что. Бог обладает такой властью, но Он принял решение ограничить себя и не использовать ее, чтобы оставить место для либертарной свободной воли. Хорошо, но какие свидетельства можно привести в поддержку такой точки зрения? Более того, я уже не раз говорил о том, что если вы найдете хоть один текст в Писании, говорящий о том, что Бог так поступал, то я приму это как довод в защиту общей суверенности и традиционного армянского богословия. И люди пытаются найти в Писании такой текст, и на чем же они фокусируют свое внимание? Что ж, большинство из них, если не все они, прежде всего указывают на воплощение. Но подождите-ка немного. Никто из нас не будет отрицать, что вторая личность Троицы была явлена во плоти, и во время своей земной жизни Он уж точно не пользовался всей той властью, какая у Него была, и никто с этим спорить не будет. Но как долго это длилось? Да, где-то 33-33,5 года, по оценкам разных ученых. И когда Христос воскрес, воспользовался ли Он той властью, какая у Него была? Да. И далее, что же мы хотим сказать? Я хочу сказать, что такой ответ имеет два слабых места. Как я уже сказал, то, на что они указывают, имело место всего в течение 33 лет, плюс-минус год. И это не доказывает, что Бог принял такое же решение для использования всей Его власти на протяжении всей истории человечества. Но есть еще одно слабое место. Это то, что известно как подход косвенной аргументации. Это аргумент, который указывает на какое-то событие, какое-то действие, которое произошло однажды. И далее говорится, что раз это произошло в том или ином случае, хоть однажды, это определяет некий принцип, на основании которого нечто подобное может произойти и вновь. Теперь, насколько убедительным может быть такой аргумент, и что же на самом деле он доказывает? Или, возможно, нужно начать нам со второго вопроса. Что же это доказывает? Что-то это доказывает. Вы понимаете, что в этом аргументе внимание обращено на земную жизнь Христа. Вот есть один случай, когда Бог ограничил свою власть. И, в принципе, вполне возможно, что Он мог принять такое решение и ограничить свою власть подобным образом на протяжении всей истории. Вот таким образом строится этот аргумент. Но что же он доказывает? Давайте внимательно посмотрим. Если вы говорите, что что-то произошло однажды, в каком-то конкретном случае, то доказывает ли это, что это может произойти вновь? Нет, но тогда это ничего не доказывает. Нет, что-то доказывает. И что же это доказывает? Да, точно, Линда.
Это произошло однажды, поэтому это возможно, что это произойдет вновь. Но возможно произойдет вновь. Совсем не то же самое, что сказать «обязательно произойдет вновь». Так? Есть много чего возможного. Возможно, что кто-то из ваших богатых родственников или друзей умрет и оставит вам огромное наследство, так что вы станете мультимиллионером. Такое происходило в прошлом, поэтому есть такая возможность, что нечто подобное произойдет в будущем. И мы можем желать и просить Бога, чтобы нечто подобное произошло. Пусть это произойдет со мной. Но, к сожалению, вы не можете бросить работу, думая, что если кому-то когда-то досталось наследство, то можно не работать, не заботиться, потому что, возможно, такое же произойдет со мной. И пока у вас не будет надежных свидетельств, что вам достанется большое наследство, вы не станете увольняться со своей работы, где бы вы ни работали. Поэтому все, что доказывает такой аргумент, это то, что нечто подобное возможно. Но это не доказывает, что это обязательно произойдет. И в нашем случае нам нужно свидетельство, что Бог действительно решил ограничить свою власть, когда речь заходит за людей, чтобы они могли проявлять либертарную свободную волю. И где можно найти свидетельство, библейские свидетельства того, что это действительно так? И тот факт, что Христос совершил нечто подобное, показывает, что это возможно, но это не показывает, что Бог решил отказаться от использования своей власти на протяжении всей истории. Что ж, но это не единственная причина, по которой некоторые люди полагают, что Бог на самом деле принял такое решение. Они могут также сказать, ну посмотрите, доказательство того, что Бог принял такое решение в том, что Он наделил нас свободной волей. И как на это можно ответить? Именно это еще нужно доказать. Потому что при этом допускается, что единственная возможная свободная воля — это либертарная свободная воля. Но как раз это и под вопросом. Наделил ли нас Бог либертарной свободной волей или компатибилистской свободной волей? Или вообще никакой свободной воли? Просто сказать, что Бог нам дал свободную волю, это еще ничего не сказать. Какие доказательства? Что ж, мы свободны, разве не так? Да. И вам скажут, ну, единственная свободная воля — это либертарная свободная воля. А это почему? Только лишь потому, что кто-то считает, что компатибилизм не является альтернативой. Нельзя победить в споре, просто закрыв глаза на другую точку зрения. Это тупиковый путь. Что ж, кто-то может сказать, ну, раз Бог сотворил этот мир, это означает, что Он не единственный, кто существует в этой вселенной, а это неминуемо подразумевает ограничения. Что ж, ну, быть может, какие-то ограничения и есть. Но с чего вы взяли, что это доказывает, что Он ограничил свою власть? Одно дело сказать, я создал вселенную, населил ее всевозможными живыми существами, и другое дело сказать, я решил не вмешиваться. Я буду лишь наблюдать за их поступками. Ничего подобного мы в Писании не находим. Поэтому, когда вы рассмотрите самые лучшие ответы, которые могут дать сторонники общей суверенности на наши доводы, то вы убедитесь, что эти ответы ограничиваются обвинением в неверном толковании, Ефесянам 1.11, или тем, что Бог решил ограничить свою власть. И как мы с вами показали, оба этих ответа представляются достаточно слабыми. Во всяком случае, так мне представляется. Что ж, есть еще один библейский аргумент,
на которые хотел обратить ваше внимание. И речь пойдет вот о чем. Помните, когда мы с вами разбирали доктрину богодухновенности, то в нашей презентации было несколько слайдов, уже после того, как мы с вами сформулировали доктрину. И вот на этих слайдах были некоторые вопросы, и я вам сказал, что когда у нас не было достаточно времени, чтобы их рассмотреть, и мы их рассмотрим позже. И вот сейчас наступил такой момент. Вот постарайтесь вспомнить, о чем мы с вами говорили, когда разбирали доктрину богодухновенности. Вспомните, что говорит само Писание относительно того, как оно возникло. Какую свободную волю имели авторы Библии, когда они писали богодухновенные книги? Если бы люди были наделены либертарной свободной волей, то смог бы в этом случае Святой Дух совершить то, что Он совершил, согласно тому, что записано в первом послании Петра 1:21, что Петр на самом деле прав, когда говорит о том, что то, что мужи эти записали, на самом деле было от Бога. Это были слова самого Бога. И когда апостол Павел пишет о том, что Дух Святой научает различать духовное с духовным, неужели можно представить, что авторы Писания отвергали то, что Дух Святой им говорил? Конечно, такое немыслимо. И у нас создается понимание, что то, что Дух Святой им говорил, то и они записывали, то мы и читаем. И записанные слова отражают эти понятия. А это больше похоже на детерминизм. То, что было написано, было определено тем, чему научил Дух Святой, потому что эти мужи были движимы Святым Духом. Но если либертарная свободная воля — это та воля, которой обладают люди, то я бы на это возразил, указав на то, что авторы Писания не были свободны, когда они писали библейские книги. И вот к какому выводу я пришел, когда изучал доктрину богодухновенности. И причина того, что многие неверующие думают, что христиане считают, что Писание было написано под диктовку, как раз в том, что они полагают, что раз Дух Святой участвовал в написании библейских книг таким образом, как мы с вами говорили, то как тогда авторы могли быть свободны в либертарном смысле? Если христиане верят, что все люди наделены либертарно свободной волей, то такие христиане не смогут объяснить богодухновенность Писания. Поэтому некоторые христиане пришли к выводу, что Писание было написано под диктовку. Но в действительности люди участвовали в этом процессе, и их воля участвовала. Они не писали под диктовку. Есть много доводов, которые показывают, что неверно считать, что Писание было написано под диктовку. Но что же тогда это означает? Неужели авторы не были совсем свободны, когда писали библейские книги? Если так, то не может идти речь о двойном авторстве. Но если они писали, будучи наделены компатибилистской свободной волей, то тогда написанное ими было предопределено внешними факторами. Однако при всем этом, те факторы, которые влияли на них, их не ограничивали в том, что они писали. И получается, что писали они с компатибилистской свободной волей. И только так можно хоть как-то объяснить то, чему учит Писание, и претензии Писания на собственную богодухновенность.
Все становится на свои места только в том случае, если допустить, что авторы были наделены компатибилистской свободной волей. А если допустить наличие либертарной свободной воли, то нет никаких гарантий, что результат будет таким, как предполагалось, что они напишут именно то, что Богу угодно. И вы видите, класс, что какие-то доктрины богословия не могут быть оторваны друг от друга. Все доктрины связаны между собой, и их нужно рассматривать в совокупности. И именно такова задача систематического богословия. Вы не можете ограничиваться лишь тем, что рассматриваете какие-то отдельные фрагменты. Вы должны понимать, какие последствия тех или иных выводов, как это влияет на понимание той или иной доктрины, как это соотносится, к примеру, со свободной волей и Божьей суверенностью. Потому что и то, и другое, и Божья суверенность, и свободная воля затрагиваются при написании Библии. Ведь у нас два автора. Два автора. Дух Святой и человек. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Поэтому я просто не представляю, как кто-то может придерживаться веры в либертарную свободную волю. И дело не в том, что сторонники либертарной свободной воли просто не знают об этой проблеме. Более того, были даже написаны труды философами, которые считали себя евангельскими христианами. И в этих трудах были сделаны следующие выводы, что если люди наделены свободной волей, включая авторов Библии, и свободная воля, о которой идет речь, это либертарная свободная воля, то вы не можете гарантировать, что не будет ошибок в том, что они напишут. И это затрагивает не только доктрину богодухновенности, но и доктрину безошибочности. Если Бог решил оставить место для их свободной воли, и мы понимаем, что всего они не знают, что они ограничены временем, культурой, что ж, неужели вы тогда будете думать, что на всех страницах этой книги не найдется ни одной ошибки? Быть может, это и возможно, но маловероятно. И поэтому авторы тех трудов, которые я упоминал, они пишут, знаете, надо расстаться с представлением, что Писание безошибочно. И посмотрите, вот действительно ведь есть ошибки в Писании. Но я со своими убеждениями не расстаюсь с доктриной безошибочности Писания, так как я не являюсь сторонником либертарной свободной воли. И опять же мы видим, что у доктрин есть последствия. Ваши убеждения должны быть согласованы между собой. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.